Спортшкола номер 15 была открыта в апреле 2012 года. Сегодня здесь более 50 коней. Эти лошади уже научили ездить верхом сотни учащихся. Сейчас в школе занимаются 180 спортсменов. Обучение ведется по трем направлениям – конкур, троеборье и выездка. Спортсмены не раз поднимались на высшие ступени пьедесталов почета как на краевых, так и на всероссийских соревнованиях различного ранга. Только в этом году заняли 25 призовых мест на краевых турнирах. К тому же это достаточно перспективный вид спорта. Юноши-выпускники спортшколы могут проходить службу в Московском Кремлевском конном полку. Сейчас открыт набор детей от 10 лет и старше на новый учебный год. В рамках Дня открытых дверей все желающие смогут посмотреть показательные выступления начинающих и более опытных спортсменов. Также будет организована экскурсия, в ходе которой коней можно будет покормить яблоками и морковью, а после детей прокатят на лошадях. Спортшкола находится по адресу Дагомыс, улица Армавирская, 246.